В селе Жамбай прошло мероприятие, посвященное памяти супругов Даирову Саткану и Махуловой Насеп, которых уже нет с нами. Но они трудились преданно своей стране и воспитывали подрастающее поколение. В мероприятии приняли участие учителя-ветераны и представители культуры. Старшее поколение поделилось воспоминаниями о своей жизни и дали благословение молодым людям. Поколение наше работает, пусть это будет надолго. Да благословит вас Аллах и приветствует, чтобы каждый раз приносили вам много радостей. На встрече потомкам были вручены памятные письма акима района. В свою очередь потомки предложили новую форму нескольким ученикам школы. В школьном музее открыт специальный уголок для великих учителей, где представлены фотографии Даирова Саткана и Махуловой Насеп. Несколько литературных книг для школьников были подарены потомкам учителей. В школе проходит мероприятие, посвященное памяти дяди Даирова Саткана и Махуловой Насеп, которые всю свою жизнь посвятили школьной жизни и оставил свой неизгладимый след в истории школы. Между тем, мероприятие посетили наши старые дяди и тети, потомки дяди Даирова Саткана и Махуловой Насеп, гости из области и района. Цель мероприятия – это воспитание достойных учителей, демонстрация их заслуг следующим поколениям. Хотелось бы, чтобы потомки следовали пути наших учителей. В школе были подарены книги с небольшими фактами их жизни, наших старших фотографий и отрывки их жизни. Я один из потомков, самая старшая. Я старшая дочка Даирова Саткана и Махуловой Насеп. В 72-м году окончила школу, и сейчас мы проводим это мероприятие в память о наших родителях. Очень рады. Я в 72-м году после окончания школы поступила в Алмату, политехнический институт. Окончив его, я много лет проработала в институте геологии в Алматы. Благодаря воспитанию, которое дал нам отец, мы все стали такими людьми. В конце мероприятия собравшиеся сфотографировались на память. Ержан Шируенов, Дарья Шилина, телеканал Атырау, Исатайский район.